В зоопарке Ижевска погибла красноярская медведица Аврора. Об этом рассказал директор Роевого ручья Андрей Горбань. Как и почему все произошло, сейчас это пытаются выяснить специалисты. Они осматривают видео с камер. Известно, что на Аврору набросился разъяренный самец по кличке Балу, к которому ее привезли для вязки и создания потомства. Животные познакомились и даже подружились, но в какой-то момент что-то пошло не так. Медведь рассвирепел, остановить его не могли ни водой, ни усыпляющими выстрелами. В общем, когда Балу упал, медведица уже была мертва. В Красноярске она прожила 10 лет, за это время стала всеобщей любимицей, поэтому, конечно, известие о гибели Авроры в нашем зоопарке восприняли как личную трагедию. Я не виню специалистов Ижевского зоопарка. Это отличные специалисты, это люди, которые знают повадки белых медведей. По нашим, может быть, не самым фундаментальным сведениям, но это первый случай в зоопарковской жизни, когда произошла вот такая вот агрессивная история.